Я хочу сегодня поделиться с вами маленькой мыслью, посланием, которое поможет вам, я уверен, разобраться в некоторых вопросах и продолжить жизнь в свободе. Бог открыл мне, что много людей сегодня, они связаны непрощением и также завистью, как дух Каина, который был, проявился в жизни одного человека, Каин, который убил своего брата Авеля из зависти. Точно так же из зависти распяли Иисуса. Из зависти многие происходят преступления. И апостол Иоанн говорит, что человек, который любит так, как Каин, то есть он говорит, завидует, то он является человеком-убийцей, и, потому что зависть порождает ненависть. И это незаслуженное чувство, незаслуженные мысли, которые на самом деле человек получил не от людей, не от Бога. Это пришло из духовного демонического мира. И поэтому я знаю точно, что мы можем жить, не завидуя, мы можем жить в прощении. Но только для этого нужно освободиться от этих нечистых духов, от этого влияния сатаны. Поэтому сегодня я хочу за вас помолиться, если вы знаете, что в вашей жизни есть чувство удовольствия при чужом несчастье, или же вы чувствуете себя неудовлетворенными, когда кто-то счастлив, то это явное чувство присутствия духа зависти. Поэтому сегодня я хочу за вас помолиться, чтобы вы были свободны от этого. Потому что зависть является, написано в Писании, гнилью для костей, приносящую болезнь. Много болезней приходит из-за зависти, из-за того, что этот дух, он разрушает человеческое тело. Поэтому сегодня я уверен, что, возможно, многие из вас получат свободу от этого духа и получат исцеление. Поэтому принимайте эту молитву, и пусть Бог благословит вас. Отец Небесный, молю Тебя сейчас о каждом человеке, кто услышал это слово и почувствовал в своем сердце, что ему нужно от этого освободиться, от непрощения или от зависти. Я молю Тебя прямо сейчас, сойди Духом Своим Святым на жизнь этих людей. И я связываю духа непрощения и духа зависти именем Иисуса Христа и изгоняю вон из жизни каждого, кто смотрит эту программу во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю, Господь, исцеление, освобождение, Господь. Боже, пусть придет, Боже, сила Твоя для того, чтобы каждый человек, кто слушает и принимает эту молитву, был освобожден и исцелен навсегда от этого духа зависти, от духа непрощения. Боже, помоги им принять решение жить в свободе от этих чувств. Я молю Тебя, Господи, научи их радоваться с радующимися. Господь, я прошу Тебя, благослови им, Боже. Благослови их до избытка, чтобы они ни в чем не нуждались, чтобы никогда у них не возникало чувство, что кто-то недостоин быть благословлен во имя Иисуса Христа, и да явится Твоя слава. И также я молю Тебя, Господи, об исцелении каждого человека, кто сегодня болен, кто нуждается в восстановлении здоровья, кто верит в чудеса, Господь, в чьей жизни сегодня есть неустройство, я прошу Тебя, приди, Дух Святой, соверши, Господь, свое прикосновение к каждому человеку, каждому телезрителю, яви свою славу, Господь, и восстанови разрушенное дьяволом во имя Иисуса Христа. Да придет полное исцеление в семейных взаимоотношениях, да придет, Господь, процвет в обстоятельствах, да придет, Господь, выход из ситуации. Я молю Тебя, Боже, благослови, Господь, аллилуйя, чтобы каждый человек, принявший сегодня от Тебя это слово и исцеление, и освобождение, воздал Тебе славу во имя Иисуса Христа. Аминь. Я верю, что во время молитвы Бог коснулся чьей-то кости, бедренная кость. У вас там очень плохие процессы в бедренной кости. Будьте прямо сейчас исцелены. Бог восстанавливает ваше здоровье прямо сейчас. Бог целитель ваш во имя Иисуса Христа. Также у кого-то проблемы по-мужски. Будьте исцелены прямо сейчас. Мужские половые органы. Бог исцеляет вас сейчас во имя Иисуса Христа. Бог благ и милостив к вам. И также я верю, что Бог исцеляет, у кого-то в брови образовалась опухоль. Прямо сейчас будьте исцелены. Я приказываю этой опухоли рассосаться. Просто примите с верой исцеление. Бог исцеляет вас. Будьте восстановлены во имя Иисуса. Я провозглашаю жизнь. А также у кого-то демодекоз на лице. Бог исцеляет вас от этого заболевания, от этих подкожных клещей. Будьте исцелены во имя Иисуса. Жизнь приходит в ваше тело, в вашу душу, в вашу жизнь, в ваши семьи и ваши обстоятельства. Пусть Бог благословит вас. Любите Бога и служите Ему. Аминь.